Начинаем нашу волшебную встречу. С вами Фомин Алексей. Я, что называется, с корабля на бал. Я только что прилетел из Техаса. Я ездил в город Хьюстон в один из офисов компании Infineye. Я провел совершенно волшебную встречу с одним из владельцев компании Infineye. Его зовут Джейсон Роуз. Я познакомился с этим человеком. Также я хочу сказать, что я познакомился с совершенно выдающимися людьми. Я познакомился с совершенно выдающимися людьми, которые реально, работая в компании Infineye, то есть на предыдущей платформе, которая называется DS Domination, заработали буквально, вы не поверите. То есть люди мне говорят, ну я записал видео, они сами об этом рассказали. Значит, люди рассказывают, что просто что-то невероятное, они просто сами в шоке от этого всего. То есть ребята, один, например, там человек был, его зовут Париж, он до этого был один из инспекторов службы безопасности в большом государственном управлении, то есть высокая зарплата у него. И его жена, она там в Америке есть разные статусы по бухгалтерии, то есть она там была, как, ну, в России, можно сказать, там одним из руководителей аудиторской компании. Вот, она, ну, то есть бухгалтером была, да, фактически. То есть они, ребята, вы не поверите, за год с небольшим заработали, каждый заработал по полмиллиона долларов, работая на платформе DS Domination. А Джейсон, например, как владелец компании, говорит, у нас не было никакой сетевухи, у нас есть просто партнеры, которые, например, используют эту платформу, например, комиссионными за привлечение своих друзей, там, ну, просто по реферальной программе, которая раньше была, подключил, заработал всего $1000, там, а другой там $5000. А чек, работая на платформе DS Domination, то, что сейчас у нас, чем мы сейчас будем пользоваться, унаследовали, ребята зарабатывали там по 300-400 тысяч долларов в год. То есть, на самом деле, у нас с вами небо в алмазах, любимая моя фраза, и сегодня я хотел с вами кое-что скоординировать. Я вас надолго не задержу, значит, подведем просто итоги моей короткой поездки. Туда я буквально там один день был. Значит, первый месседж, первое сообщение, которое я хотел бы вам дать, впечатление о компании у меня совершенно волшебное. То есть люди совершенно потрясающие. Например, у Джейсона, у него 6 детей, он там от 3 лет до 15. То есть очень социальные люди, очень активно готовы помогать. То есть, например, Джейсон, человек, который в прошлом занимался, то есть он там по образованию врач, он раньше, то есть у него была компания по продаже специального оборудования, которое помогало людям там, ну, знаете как, наполнение тела кислородом, то есть там есть технологии, которые позволяют излечить разные болезни, например, и по определенным разным причинам пришлось оставить этот бизнес, потому что он рассказал там вообще что-то невероятное, но бизнес был просто потрясающий, то есть такой человек делится своей жизнью. Вот, то есть ребята все финансово состоятельные, открыли эту компанию несколько лет назад, и вот сейчас они на самом деле готовы помогать людям подняться, начать зарабатывать, и на самом деле ребята хотят построить следующий миллиардный бренд, и планы там, конечно, фантастические. Мне, к сожалению, не получилось познакомиться с Хитешем, это второй владелец компании. Он очень занят, реально тоже очень богатый человек, свой реактивный самолет, там, ну, все в порядке. Вот, и, ну, у него просто семейная там ситуация, у него, то есть он там помогает сейчас своему ребенку справиться с серьезным там заболеванием, которое это. И поэтому он очень занят и реально там, ну, человек очень выдающийся, очень продвинутый. Его все в компании любят, и так вот, я записал видео о том, что Париж, он рассказывал о том, что они раньше никогда никакого отношения к торговле не имели, вообще понятия никакого, ничего, они просто посмотрели видео, стали шаг за шагом делать то, о чем говорит Джейсон и Хитеш, и на самом деле вышли на такие ломовые доходы. Это все, что нас, то есть это на самом деле наш... То, что нас, то, что мы сейчас будем заниматься. Значит, что теперь я хотел бы вам рассказать про какие моменты. Завтра мы с вами проведем встречу пораньше, более обстоятельно, более подробно. Но у меня есть просто ряд горячих новостей, которые нужно донести до вас сейчас, чтобы вы, я не знаю, как вы спать сейчас можете, честно сказать. Вот. И я, возможно, отвечу сейчас на один очень важный вопрос, потому что я знаю, люди смотрят в интернете видеоролики и
там кое-какая информация людям непонятна, они никак не могут разобраться с этим. Значит, поэтому я кое-какие важные два объявления сегодня сделаю. Итак, значит, вывод такой, ребят, мы в этой компании работаем, компания солидная, компания надежная, компания имеет своей целью сделать следующий миллиардный бренд, компания заботится о своих людях, компания хочет сделать так, чтобы большое количество людей зарабатывали и преуспевали. Для этого в компании есть все, и что особенно интересно, Джейсон мне как раз вот такую точку зрения высказал, что если вы работаете в каком-то, например, сетевом бизнесе, человек часто подключается из-за того, что у него уже нет денег, он хочет как-то изменить свою жизнь, и он последние деньги вкладывает, покупает пакет на подключение в какой-то сетевую в компанию, ему нужно выкупить какие-то баночки с кремами, вот. Получается, что эти баночки с кремами ему нужно куда-то пойти продать, знаний у него никаких нет, он пытается тыркаться, мыкается, а на выходе люди уходят. То есть статистика вначале подключаются люди, потом люди уходят. И он говорит, у нас здесь нет такого. Мы вообще перевернули сетевую индустрию с головы на ноги. То есть то, чем мы занимаемся, сами наши продукты являются предметом по зарабатыванию денег. То есть мы на самом деле, то есть то есть мы как компания покупаем по сути дешево и продаем, собственно, за дорого. И там, например, он мне показывал прямо на глазах, то есть мы сидели, и мне ребята все прям показывали, что надо делать. То есть это очень интересно было, очень захватывающе. Я сейчас чуть-чуть об этом расскажу, и потом буду более подробно, естественно, семинары на эту тему проводить. Но идея свелась к тому, что мы с ним просто взяли с полки в магазине продукт, просканировали штрих-код, увидели, что цена, например, в Walmart этого журнала стоит, в магазине Walmart стоит там $1, а на Амазоне люди покупают по $24. То есть, и он говорит, люди просто, иногда люди ленятся ехать в магазин, они любят покупать в онлайне, иногда люди просто не могут приехать, у них нет машины, иногда люди просто делают много покупок, им не до этого. То есть люди любят покупать в интернете, и цены в интернете, говорит, очень часто настолько завышены. И кое-какую информацию передал, как это все выбирается, как это делается, активировали мне там пару аккаунтов, чтобы, то есть я вообще просто потрясен. То есть прямо вот на глазах я увидел. То есть он достает, вот подушка, смотри, на полке. Вот подушка, ты говоришь, будешь смеяться. По-русски она называется, ну, знаете, я не буду выражаться, короче, ребенок подкладывает подушку под попу людям, которые садятся, да, и она из звука сдает. То есть он говорит, вот она доллар стоит, доллар, смотри, 24,95 она продается на Амазоне. То есть вот, говорит, наценка. Он говорит, у меня бывает до такого, что я захожу, например, в магазин просто ради прикола, ну, то есть, как он торгует через Amazon, через площадку. Он говорит, я просто иногда даже вот в магазин захожу, покупаю там ряд продуктов, и иногда мне попадаются на глаза какие-то, например, у него приложение на телефоне есть, и он прям сканирует штрих-код, и она ему выдает, например, цену, какая цена, какая наценка и какая там популярность этого продукта, например, на Амазоне. Он говорит, я просто вот по ходу шел, купил 100 журналов, сложил их в тележку, заехал в почту, через почту отправил в Amazon, журналы продал по $27, а стоили доллар. То есть там у него есть рейтинг, и вот эти журналы, там Человек-паук там какие-то. Ну, то есть, говорит, просто, ребят, говорит, вы даже не представляете, что это такое электронная коммерция. Это, говорит, это просто отвал головы. И говорит, вот, пожалуйста, $1500 за сутки заработал просто. Просто я, ну, то есть мы будем об этом говорить, я это с вами буду подробно все эти моменты разбирать. Я сейчас хотел бы просто вам донести идею, что нам очень повезло, перед нами открывают технологии, которые в какой-то степени для нас были закрыты, потому что, например, для того, чтобы торговать на Амазоне вам, да, вам нужно иметь американский адрес, вам нужно иметь кое-какие разрешительные документы американские, например, ну, номер социального страхования или там номер налогоплательщика. Получается, что у нас, допустим, у жителей России или других стран, у нас этого нету, и у нас определенные трудности с этим, и поэтому это есть определенная схема, как это все получить, но это надо быть кулибином, чтобы это во всем разобраться. Не каждый это может сделать. Вот. И компания просто сделала это, просто компанию по сути, всю эту вот эту тягомотину взяла на себя.
И теперь наши партнеры, они могут это все делать. То есть вы становитесь теперь компанией Infinii, и компания Infinii за вас всю вот эту колбасу, значит, вот этот весь, вот эту волокиту всю за вас она берет. То есть и за вас она всю вот эту работу проделывает. И теперь через платформу Infinii у вас появляется возможность торговать на таких площадках, как eBay, Amazon, Bonanza там, и так далее. То есть там много инструментов. Вот в этом, собственно, козырный такой момент. И, по сути, мы с вами работаем в интернет-индустрии, которая безлимитна, без границ. Вы можете жить там на Ямайке, вы можете жить на Гуа, вы можете жить там в Коста-Рике, вы можете жить в Канаде, в Москве, где хотите на самом деле. И вы имеете доступ к этой электронной огромной коммерции, которая составляет 11 триллионов долларов, ребят. То есть это что-то невероятное. И вы не зациклены на каком-то там одном продукте, баночке с кремом, какой-нибудь компании, потерпи немножко, да. То есть у вас миллионы товаров и миллионы покупателей, и у вас развязаны руки, потому что у вас есть платформа. Значит, сама система, то есть, как объяснил Джейсон, то, что раньше была, например, вот эта DS Domination, раньше она была немного, по сравнению с тем, что сейчас у нас, она была, как он говорит, корявая, и несмотря на эту корявость, люди заработали миллионы долларов. Значит, он говорит о том, что раньше, грубо говоря, людям нужно было сделать 32 клика мышкой, там, да, чтобы разместить товар, заработать деньги, еще параллельно надо следить было за бэк-офисом. То есть сейчас настолько процесс этот автоматизирован, что это 2-3 клика. То есть вот насколько они это все вперед продвинули, упростили и сделали удобным для нас, для всех. Значит, завтра я хочу вам показать видео, которое я там записал с обращением Джейсона к нашей российской аудитории. У меня сейчас это видео просто загружается, оно очень большое, мы его будем форматировать как-то. Вот, значит, оно вам понравится, где-то ориентировочно в 7 часов вечера по Москве. Я хочу, чтобы вы раздрубили, на самом деле, пригласили всех, все должны увидеть. Хочу также сказать, что буквально что-то невероятное происходит. В нашей команде буквально за 3 дня подключилось 860 человек. И это вообще, то есть, честно сказать, таких темпов подключения я еще в своей жизни не видел. То есть я не успеваю людей подключать просто. Чем хорош этот бизнес, что здесь любой человек может зарабатывать деньги без приглашений. То есть у вас в кармане будет платежная система, у вас будет система заработка денег. Если у вас трудности снять трубку телефона и позвонить, сказать: «Вася, алло, Вася, привет, значит, хочешь 100 долларов в день зарабатывать», то вы можете сами просто зарабатывать на этой платформе, используя. Значит, я плавно перейду к тому, что здесь у нас есть на самом деле не одна платформа, а их несколько. То есть некоторые люди задавали мне такие вопросы в замешательстве. Нужно ли выкупать продукт, нужно ли не выкупать, на свои мы торгуем или не на свои. И сейчас я вот эту законфуженность помогу вам прояснить, потому что я знаю, что вы видите видео в интернете, они там дают вам не совсем правильные данные. И сейчас я хочу поделиться экраном и быстро вам кое-что нарисовать для того, чтобы вам было понятно, и вы получили реальность, что это такое. Хорошо? Поехали. Вы смогли компетентно своим людям просто чуть-чуть это объяснить. Это очень просто, и этого простого понимания вам будет достаточно для того, чтобы уже зарабатывать совершенно ломовые деньги. Итак. Так, это у нас чат. Значит, десктоп. То есть сейчас вы видите мой экран, и я хочу кое-что нарисовать. То есть мы говорим о том, что вот эта компания Infinii, то есть огромное-огромное облако Infinii. То есть это электронная коммерция, много продуктов, много рынков. И что у нас здесь происходит? В самой компании Infinii у нас есть платформа для начинающих, да, для новичков, она называется Springboard, то есть это трамплин, так? То есть сама компания, она облегчает работу, она выбирает товары, которые заведомо пользуются с бешеным спросом, на которые есть трафик, так? На которые вы можете просто, то есть помните, если вы заходили на разные пакеты, на пакет, например, 50, там 150 и 400, у вас просто разное количество продуктов, которые компания вам дает для продажи. То есть компания, по сути, что делает? Она сама, используя свои компьютерные программы,
сканеры находят продукты, которые имеют низкую стоимость, на которые большой спрос, так, она их как бы, можно так сказать, приобретает, закупает фактически, так, загружает, ну, то есть будем считать, что она где-то там на складе у них находится, то есть на самом деле у них несколько складов, но будем считать, что на каком-то складе это находится. В чем фишка? То есть вот именно вот эта система. То есть это для тех людей, кто хочет вот гарантированно заработать себе какие-то деньги. Здесь, да, здесь вы можете именно на этой платформе вы покупаете себе, будем так сказать, кредиты, так они их называют. То есть так, и на эти кредиты вы потом берете себе один продукт, там второй продукт, третий, там четвертый, как бы вы их покупаете. И от вашего имени компания Infinii сама выкладывает эти продукты на торговых площадках. Там приходят люди, они это дело покупают, так вы получаете комиссию. То есть это сделано для того, чтобы люди как бы вовлеклись в этот процесс, и то есть определенные деньги на этом можно заработать. То есть на пакете в 50 долларов у вас там 15 продуктов, на пакете 150 у вас там, значит, 30, и на пакете 400 у вас 60 таких продуктов. То есть вы сами можете выбирать их там. Он мне показал, вот робот механический, там игрушка, она там выполняет разные команды. То есть, да, вот именно с этим пакетом, ребят, если вы хотите пользоваться спрингбордом, на этом пакете, да, вы имеете себе, выкупаете эти кредиты и двигаетесь, и зарабатываете денежки. Значит, есть другой еще пакет, который, платформа, которая у нас сейчас будет догружаться в бэк-офисе, вы ее скоро увидите, она называется Market. Market – это рынок. То есть, по сути, что как раз, сейчас мы шаг назад вернемся, и есть еще, например, там платформа, да, для торговли на Амазоне, да, то есть компания вам предоставляет видео, уроки, инструкции, вы открываете себе счета на Амазоне, вы открываете счета на eBay, PayPal, туда-сюда, то есть компания вам дает технологию, как торговать и так далее. В чем фишка? То есть, сейчас я объясню. Здесь и вот здесь заложены деньги совершенно сумасшедшие. То есть здесь, допустим, человек может зарабатывать 1000, 2, 3 долларов, там, да, какие-то такие деньги, потому что это как детский сад, обучительная такая вещь. То есть эта компания ему просто помогает. Так? А на маркете и на Амазоне, вот на этих всех больших платформах, тут уже большой движняк и большие настоящие деньги. Так вот в чем фишка. Если вы используете платформу Market, она полностью движок от компании Infinii, то вам закупать здесь товары никакого не надо. Я хотел, чтобы вы меня внятно поняли и услышали. Никакой товар закупать не надо. То есть компания будет, она также находит товары, которые пользуются там спросом. Что дальше происходит? Вы берете этот товар, и также компания Infinii от вашего лица размещает на там, Амазоне и так далее. Что происходит? Что происходит в данном случае, что когда люди покупают этот продукт, они вам присылают деньги. То есть вы получаете деньги с клиента, который купил на Амазоне у вас этот продукт. Вы получили за него деньги, продукт продан. У вас есть несколько дней, в течение которых вы эти деньги, часть, отправляете туда, поставщику. То есть компания вам находит поставщика, она дает вам контакт, она говорит, вот эти продукты классные. То есть она вам говорит, вот здесь вот по такой цене можно купить, и вот такая цена, по такой можно продать. Понимаете? Вы размещаете от лица Infinii, то есть там это все очень будет сделано, очень все понятно, будет, не волнуйтесь. Так? И когда люди купили ваш продукт, вы получили комиссию, вы часть денег туда отправили, и Amazon сам сделал доставку. То есть в этом вообще головы у вас никакой нет, ничего не паритесь. Так? Дальше. Есть еще участие в торгах на Амазоне, например, то есть когда человек имеет технологию, которая у него есть, он уже сам размещает товар, который он нашел, и там отдельная конструкция, как это все делается. И тоже там есть помощь инструментов Infinii определенная, но я вам просто сейчас даю идею. Дальше здесь сейчас будет еще платформа, например, цифровых продуктов, которые вообще не требуют никаких доставок там и так далее. То есть тут там много-много таких еще дополнительных платформочек, которые мы все можем с вами начинать использовать. То есть я вам просто сейчас привел пример того, что есть платформа, на которой вы зарабатываете, учитесь, она требует просто, это когда у вас есть вот эти кредиты, так? Market не требует вообще никакого вложения денег. И вы можете профессионально, используя все вот эти инструменты, которые есть, двигаться на Амазоне с участием тоже там компании Infinii. То есть здесь все будет очень, на самом деле, гладко, красиво. Значит,
В зависимости также от того, какие пакеты вы там себе взяли, у вас будут просто разные комиссии участия в компании Infinia во всех вот этих процессах, на маркете и на Амазоне. Вот. Значит, и так далее. То есть, что я хотел бы вам сейчас отметить, следующий момент, что, ребят, поймите, что это вообще пахнет вечной темой, потому что Amazon сколько уже существует, eBay сколько уже существует. Это просто какие-то монстры непотопляемые. И мы как раз работаем в такой нише, что у нас сегодня там один продукт, завтра второй продукт, третий продукт. То есть мы все время, у нас рука на пульсе, мы все время торгуем самыми ходовыми товарами, на которых бешеная наценка и бешеный спрос. Вот чтобы вам было понятно. И у вас есть схема, у вас есть велосипеды готовые, на которых вы можете без риска зарабатывать несколько тысяч долларов, например, да, вы вообще в этом бизнесе ничем по большому счету не рискуете. Вот это вообще прикол. И прикол в том, что вы даже зарабатываете здесь, никого не приглашая. А если у вас есть навыки приглашения людей, то это вообще умопомрачительная тема. Двух человек подключить на $50, каждый в состоянии получить от компании бонус $600, вы можете это сделать. То есть тоже тут есть кое-какое непонимание, часто мне этот вопрос задают, откуда в компании $600, если я подключил только двух на 50. Значит, ребят, смотрите шире. Мы реально занимаемся торговлей, и компания зарабатывает деньги с продажи реальных физических продуктов, так? И компания также продает лицензии. 70% денег, которые компания выплачивает, она отправляет нашим дистрибьюторам, отправляет нам в сеть. И от этих 70% компания берет 6%, так, отдельно их выносит в фонд помощи по поддержке новичков и на бонусные программы. И из этого фонда она просто новичкам выплачивает, ну, будем считать, там от 2 до 4 до 6 месяцев, она выплачивает вот эти $600. Но, ребят, вы подключив двух людей, 600 гарантированно получите. Так, хорошо. Дальше, что сейчас, следующий шаг. Что нужно сделать? Запишите определенную дату. Вы знаете, что многие люди сейчас зашли, они взяли себе временные пакеты, они не проплатили там $10 или они не проплатили $50, то есть они просто заняли себе ячейку в дереве. И сейчас хочу сделать очень важное сообщение. В пятницу в 12 часов ночи по центральному времени в Америке произойдет обновление системы. Большое обновление системы с этого момента будет считаться баллы. И вы у себя в бэк-офисах будете видеть баллы, сколько у вас там людей слева, сколько людей справа и сколько у вас баллов. Сколько у вас людей, вы уже видите, вы не видите, сколько у вас баллов. Так? Так вот смотрите, что произойдет. Если вы сейчас подключились на временный пакет, вы просто видите себя в дереве, вы еще не активны, но под вами уже есть люди, которые уже купили пакет, уже начали там торговать, и они активны, то если вы этот апгрейд не сделаете до пятницы, до 12 часов ночи по центральному времени в Америке, что будет суббота, 9 утра по Москве. Сейчас скажу, суббота, сейчас, да, чтобы вам точно дату дать. Час. По моим понятиям, сейчас скажу все. Это по 9 часов утра. Нет, это 7 утра. Это 7 утра по субботе, я правильно посчитал. То есть вам нужно сделать апгрейды до 7 утра по субботе. Это очень важно. 7 утра до субботы. Что произойдет? Если уже в вашей структуре, давайте я сейчас опять нарисую, чтобы предельно было понятно, чтобы сейчас все никто спать не ложился и просто это проделали, ребят. Иначе вы просто потеряете деньги, а мы сюда пришли деньги зарабатывать. Итак, чтобы потом не говорили, что мы вас не предупреждали. Потому что вы сейчас все будете квалифицироваться на бонус $20 000. Открывается старт на $20 000. Итак, смотрите. Вы сейчас все начали регистрироваться. Что происходит? Вот, допустим, вот Алексей Фомин, да? Я подключился и, допустим, я подключил Машу. Маша купила пакет на $50. В бэк-офисе она там красным отображается. Маша купила пакет на $50. А потом Маша подключила Свету. Света пока просто ячейку заняла, она еще не проплачивала ни $10 за подключение, не начала приглашать людей в команду. И не 50, не купила себе пакет. Но, например, я еще подключил человека,
который знает английский язык, он вообще уже разбирается во всем. Он себе купил пакет за $400. Видите? То есть вот он $400 пакет. И представьте, что тут таких много людей, которые покупали уже пакеты. Так вот, что я вам хочу сказать. Если вы до субботы, до 7 утра, суббота, 7 утра, не сделаете апгрейд, то вы вот эти баллы, которые под вами есть, уже они под вами есть, там много баллов, вы их потеряете. А сейчас получается так, что вы, может быть, там, или ваши люди, они пока еще апгрейд вот этот не сделали, они не купили пакет на 10 или на 50, так, они просто место заняли. То есть, еще раз, под ними уже есть люди, которые купили пакеты. Вы не хотите потерять эти баллы, потому что эти баллы потом на выходе принесут вам деньги. Так, потому что вы будете развивать команду слева, команду справа, вы начнете торговать, это все вам принесет денежки. Так вот, сейчас компания просто целый месяц просто подарила людям, то есть там, ну не месяц, а сколько там, 10 дней, да, по сути, бизнесу там 10 дней. То есть компания подарила людям 10 дней на то, чтобы люди сейчас, кто не сделал апгрейды, хотя под вами уже люди, кто уже сделал апгрейды, чтобы могли заработать деньги на этих очках. То есть, когда обычная схема работает, ребят, то есть, если вы не активны, а под вами люди уже зарегистрировались с деньгами, то вы это пропускаете, это мимо вас все проходит. Вот. Теперь мне задают вопрос, сколько будет висеть вот это активное, то есть, сколько будет места висеть свободное, которое не занято. То есть, допустим, человек просто e-mail отправил, ему выслали приглашение, он сделал себе аккаунт, он еще не может никого приглашать, потому что 10 баксов не оплатил, и он не купил себе лицензию за $50, он еще торговать не может. Так? То есть его вот это место будет висеть, то есть примерно сейчас вот дата компания еще не утвердила, но примерно один месяц. То есть если в течение месяца человек вот это место не активировал, то он его просто лишается. Вот. Я считаю, что нужно его активировать прямо сегодня до 7 утра, там, суббота. Вы тогда будете участвовать вот в этом забеге, в распределении комиссии. И самое важное, с этого момента начинается 90 дней на статус... Сейчас мы его откроем, чтобы вам было хорошо видно. На статус... Так, то есть вы участвуете в бонусах, вы участвуете в этом во всем. Сейчас мы поэтому пройдемся моменту. Вот, вам нужно каждому закрыть статус директора, ребята. Статус директора вы гарантированно от компании получаете $20 000 бонус. Товарооборот при этом $30 000. Вот, я очень хотел бы видеть большое количество директоров у людей, которые закрывают большие статусы. Значит, поэтому... Сейчас помогите, займитесь обзвоном своей команды, кто не сделал апгрейды, ребят, сейчас надо спать, никто не идет, хотя сейчас пол первой ночи, делаем апгрейды. На $50 хотя бы люди должны зайти. Те из вас, у которых уже есть достаточно большие команды, я вам советую сделать апгрейд на $150 на следующий пакет. Завтра, послезавтра начинаем уже торговать на этом спрингборде, кому что там непонятно, всем все разложим по косточкам, все объясним, уже начнем деньги колбасить. Так, значит, просто что может оказаться? Вот мне там Денис задал вопрос, что, слушай, а я всего на пакете 50, а у меня уже там в команде там человек 300, что делать? Там уже бонусы бешеные. А я говорю, Денис, тебе надо срочно делать апгрейд и вот эти находить, стоя там, ну, не находить, а просто открывать сейф с деньгами и опрашивать скромную сумму $150. Но надо будет доплатить разницу, то есть соточку доплатить. То есть я сам, например, зашел на $50, пока я там в самолетах летал, увидел, что там 840 или 860 человек, скорее побежал, сделал апгрейд на 150. Жена у меня на 400, она уже сидит там, то есть мы уже там, она уже рулит, все видео пересмотрела и говорит, просто бомба. Говорит, сейчас начинаем. Вот, то есть я сделал апгрейд на своем, это минимальное требование. Поэтому не теряйте время, не теряйте время. Значит, еще хочу вам напомнить, что здесь имеет смысл закрыть статус директора. Помимо вот этого бонуса в 20 тысяч, вы получаете еще бонус 2% от компании, вы его распределяете среди всех директоров. Вот. Еще хотел вам интересную вещь подсказать. Я сегодня сделал снимок экрана Алексы.
То есть мы набираем обороты. То есть вчера у нас, например, популярность на Алексе была, то есть если популярность сайта Infinity была там 50% это Америка, что-то 8% Канада и 7% Россия, а еще неделю назад было вообще ноль из России, то как мы вот сейчас двигаемся такими бешеными темпами, на сегодняшний день за сутки прирост составил больше 1%, то есть у нас уже почти 9% популярности ресурса выросло вот через российский рынок ребят, который сейчас подключается. Это что-то невероятное. Я точно вижу, что до конца Нового года подключится порядка 2000 человек. Да какой 2000? Я думаю, там 1005 с такими темпами будет. Все хотят торговать и понимать, как это делать. Так, значит, что еще? Значит, 17 числа, как я уже сказал, то есть с пятницы, то есть сегодня 17, с пятницы 18, то есть вы увидите, то есть по сути с 7 утра в субботу вы будете видеть баллы в своем бэк-офисе, вы будете видеть свои комиссии, которые вы уже, значит, вот этим своей трудовой активностью уже заработали, и они уже будут у вас висеть в статусе на выплату. Это очень важно. То есть вы увидите свои баллы, сколько баллов слева, сколько справа, и увидите свои выплаты в комиссию. Ребят, чтобы вы не расстраивались, у вас есть еще 1,5 дня, чтобы когда вы увидите свои комиссии, они вас радовали. Поэтому сделайте сейчас все возможное. Есть у нас 1,5 дня, ночь, вторая ночь и день. То есть нужно всех первое проапгрейдить, второе максимальное количество людей подключить, чтобы мы быстро довернули тему. Что еще? Появится на следующей неделе формуляр, в который вы будете заносить свои платежные реквизиты, куда вам выносить деньги, куда вам выводить деньги. То есть это все реально работает. Компания заверила, что платежные системы все работают, система по выплате комиссии все работает, они просто прикрутят в ближайшие вот эти 2-3 дня форму, в которую вы сможете заполнить, куда вам выводить деньги. Деньги будут выводиться на карточку Visa, MasterCard. Это не надо задавать вопрос по поводу перфекта, не перфекта, никаких перфектов не будет. Будет реальная банковская карточка, либо перевод на банковскую карту, Visa, MasterCard, либо прямо на ваш банковский счет. Вот. То есть все цивилизованные способы вот такие будут. Так, что еще вам хорошего рассказать? Я вообще еще раз, значит, под впечатлением. Завтра, ребят, давайте так, сейчас просто торопимся. Завтра хочу отпустить вас. Значит, завтра в 7 часов по Москве мы будем делать такой большой бродкаст. Я буду показывать видео. В общем-то, вот так. То есть мы сможем с вами по-человечески уже это как-то видео, горячие новости представить. Если у вас есть вопросы, пишите мне через чат и в личку. Я соберу все эти вопросы, я на них отвечу. Еще раз хочу напомнить, что компания стартует так вот уже во всю, в полную мощь. Мы начинаем делать профессиональные, правильные презентации 15 января 2016 года. Так, сейчас у нас такой предпраздничный режим. Еще раз скажу, напомните своим людям, что кто сейчас регистрируется, вы находитесь в привилегированном положении. Это то же самое, как раздача недвижимости в прибрежной зоне. То есть кто пришел уже через месяц, они будут уже покупать недвижимость вторая, третья, четвертая линия. То есть сейчас формируется круг первых лидеров компании, через которых мы будем развивать эту индустрию на территории русскоговорящего пространства, что само по себе 300 миллионов человек. То есть вам в России 160 миллионов и еще 140 миллионов русскоговорящих людей. Огромные, кстати, берите на заметку, огромные, то есть много людей живет в Майами, в Нью-Йорке, в Филадельфии, много людей живет в Европе. То есть я к чему говорю, что подключаются людей, с кем вы разговариваете на одном языке, по всему миру. То есть не ограничивайтесь соседом по лестничной клетке. Вот, бизнес этот будет большой, надолго, и он просто потрясающий. Чем больше вы будете об этом узнавать, тем больше он вам будет нравиться. Хорошо, спасибо вам большое. Как я еще раз сказал, небо в алмазах. Подключайте большое количество людей. Мой вам совет, кто хочет быстро разбогатеть, подключите 20 человек личников слева, 20 человек личников справа. Подключайте людей не на пакеты сразу, хотя бы там, не надо грузить людей на пакеты $400. Это не пирамида, не скам какой-то, это реальная торговля в интернете. Возьмете маленький пакет, на нем все научитесь, поймете, заработаете первые деньги. Здесь
Нужно чуть-чуть себе дать время разобраться. Вы уходили в школу 8-10 лет, вы учились в институтах по 5-6 лет, никто, у вас же не было идеи, что вы выбежали там, да, и заработали 100 тысяч долларов за первый день. А здесь некоторые люди хотят с первого дня заработать там 150 тысяч долларов. То есть, ребята, это только в хайпах так. Здесь поймите, все, расслабьтесь, вы в нужном месте, в правильной компании, со всеми правильными делами, с правильным отношением к людям. Владельцы состоятельные ребята, то есть бизнес профессиональный. Все, успокоились, сделали апгрейд и начали видео за видео, видео за видео. Начинаем смотреть, поднимать свою квалификацию. Мы сейчас, не дожидаясь до конца переводов, начнем уже торговать, проводить тренинги, чтобы вы уже начинали вкуривать вкус вот этой простой, красивой деятельности. Хорошо? И завтра я вас опять порадую, я покажу вам видео. И, в общем, не буду повторяться. В общем, все классно, ребят. Все, беремся за дело. Я хочу, чтобы было большое количество людей, которые похвастались тем, что заработали за первый месяц 20 тысяч долларов. Так что все, ребят, спасибо вам большое за внимание. С вами был Фомин Алексей, Флорида, Клирвотер. Сообщил вам данные о поездке в штаб-квартиру Хьюстон, штат Техас. В Техасе, кстати, ребят, народ сумасшедший. Ездит на машинах так просто там. Там нет ограничителей скорости. Я в городе не увидел ограничений скорости. Я москвич, я ношу, у меня там уже лет не знаю сколько за рулем. Но эти ребята меня просто потрясли. Просто носятся все на грузовиках такой скоростью, такие там эти модные развилки. Мы такие думаем, не, надо валить из этого города, это что-то какое-то сумасшествие. Вот. На самом деле во Флориде все как-то курортная тема такая. Вот. Так что приглашаю всех во Флориду, а параллельно зарабатываем деньги, ребят. Большое спасибо, с вами Фомин Алексей, успехов.